Самый большой объем внешнеторгового оборота по республике за 9 месяцев 2021 года зарегистрирован в Ташкенте. Он составил 1,5 миллиардов долларов, импорт 8,7 миллиардов долларов, а экспорт 2,8 миллиардов долларов. Об этом сообщил Государственный комитет статистики. На втором месте по объему внешнеторгового оборота стоит Ташкентская область. В этом регионе импорт составил 2,4 миллиардов долларов, а экспорт 1,5 миллиардов долларов. Общий показатель по Андижанской области равен 2,2 миллиардов долларов. В Ферганской и Самаркандской областях показатели ниже. Самый низкий показатель внешнеторгового оборота зарегистрирован в Хорезмской области. Не радуют показатели Джизакской и Самаркандской областей. Вместе с тем единым регионом, в котором отмечается положительное сальдо и объем экспорта превышает объем импорта, оказался Каракалпакстан. Общий объем товарооборота составил 468,2 миллионов долларов, в том числе экспорт 297,7 миллионов долларов, импорт 170,5 миллионов долларов.